И самое прекрасное, что на нем, да, на нем была обнаружена лента с мультиком, который считался утраченным. Со мной потом связалась режиссер Амелин Петр. И после этого через другого историка «Союзмультфильм» Бородина сказали, что действительно мультик «Девочка в джунглях» 56-го года, режиссер Михаил Цехановский. Так что да. Да, вот такой магнитофон, да, я увидел однажды, когда был маленьким. Мне сказали, что там, есть фильм с Брюсом Ли. Я вот тогда прям всю ночь не спал, ну так и не посмотрел этот фильм. И что сейчас, ты хочешь сказать, что это можно будет увидеть даже? Конечно. А где, как ты увидишь? Сейчас покажу. Какой-то монитор есть, да? Да, контрольник есть. И ты это все покупаешь? Ну да, есть... на этот катушник я больше 200 тысяч угробил. И еще он потом мучился с таможкой в Шереметьево. А это у тебя какая-то страсть? Откуда она такая появилась? Да, ну, как сложно сказать. У меня друг видеозаписью увлекался. А я тоже на это что-то смотрел, делал. И понял, что меня одна лишь аудиотехника особо не интересует. А с ней далеко не уедешь. Вот. Какого года? 82-й. Вот это 82-й? Да, тот 82-й. Сейчас он там появится. У тебя уже все подключено даже? А, слушай, ну надо сейчас смотреть. Я тут немножко перетряхиваю, так что может быть что-то не подключено. А, да, не подключено. Если бы у меня в детстве такая что-то из этого было, я бы с ума сошел от счастья. Смотри, сколько у тебя. А вот это все, что это? Вот это все просто... Плееры. Ты как в музее их разложил, да, здесь уже? Да, да, типа того. Или что, к тебе ходят на экскурсию? На экскурсию ходят, да, удивляются. Сейчас, секунду. Найти себе, но очень редкие аппараты. Это реклама какая-то? Нет, да? Это анимешка, Ковбой Бибоп. 98-й год, что ли? А вот если оцифровывать ее, это же какой формат? Секам, ПАЛ, НТС? Это конкретно НТСТ-шный аппарат, он американский. Ага. Есть PAL-SICAM. Соответственно, в музее МТУСИ я один такой аппарат поднимал с начальником, так сказать, их музея. Собственно, аппарат позволяет... Во-первых, у него два набора голов. Один из них позволяет стоп-кадры чистенькие делать. Угу. Ну и, собственно, они абсолютно монтажные. И мотает тоже зверски. А ну, качество, да. Качество, когда перегоняешь, уходит, да? Ну, скажем так, нет. На самом деле, если грамотно, если оцифровывать, качество практически не тратится. С какого года ты здесь живешь? С 2004. А, с 2004? Да. Сейчас мы увидим аутентичную рекламу, да? А это в каком формате она записана? Тоже НТСТ. НТСИ? Да. Ай. Бывает. Это NTSC сигнал, да? Да, 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 NTSC. Собственно, по характерной желтизне, так сказать, лица, видно сразу. Как говорится, NTSC надо расшифровать как No True Skin Color. Потому что это типичная проблема квадратурной модуляции. Собственно, это самый первый цветовой видеостандарт, который, в принципе, в мире появился. У него было куча проблем, в том числе вот желтый был очень странный. А этот микрофон воспроизводит и все? Нет, он только NTSC. А, только я поэтому и тоже думаю про секам купить, чтобы... Володь, здорово. Я тут нашел шикарное место, где тебе обязательно нужно попробовать шаурму. Смотри, каких она размеров. И это маленькое. И тут и дофига. Сейчас поптещу тебе потом расскажу. Польская шаверма. Вот это вот польская шаурма. Такой в Москве не найдете. Володя. Чего? Я говорю, поехали на съемки на машине. Там 2 секунды до Польши. А-а-а. Мы, наверное, съездим все-таки туда на машине. Да. Через Минск. Это все-таки не как бы не. Не. Это хард-диск. Старинный, ленточный. Который самый надежный способ хранения информации. Только это не хард-диск, а именно... Ну, я так называю. Дата-картридж, как он называется. Как он работает, мне непонятно. Но вот именно это самый надежный. Как видеомагнитофон фактически. Надежнее, наверное, только этот самый... Твердотел, да? Твердотел тоже умирают. У них утечка тока происходит через 10 лет хранения. Да ладно? Да. Это кроме шуток. То есть на флешке лучше данные на долгосрочную не оставлять.
Это я серьезно говорю. А имею в виду эти вот большие твердотельные, не флешка. И я понял то же самое. То есть, как бы там тип памяти NAND, он предполагает, что у вас есть ячейки, в которые просто электрический заряд попадает. И так и получается единички и нули. Tiene mucho de sugerencia, muchísimo. Es una fotografía que podría estar en, entre otros sitios, por ejemplo, en un museo cualquiera de los grandes museos que hay en España, sobre todo el Museo Dalí, porque Dalí ese tipo de imágenes.